Вот мы приехали на северный причал. А мы ехали не на автобусе, а на мотоцикле. Потому что на автобусе фиг дождешься, это автобус. А сейчас мы будем покупать билет на Обезьяний остров. Что скажешь, Элита? Элита говорит, что сломала одной обезьянки. Давай! Вот купили билетики такие. Сколько стоит? 180 тысяч один билет. На ребенка не надо билет? Не, до 100 сантиметров. И у нас опять зайцы. Да, билетики есть. Сейчас что-нибудь перекусим, если здесь что-нибудь да. есть, и поедем, поплывем, то есть. Вот мы идем по пристани. Аккуратненько, не спешите, просто эти лежачие полицейские. Это кораблики наши. Какой-то из них на остров. Элитке не нравится такая дорога. Ну как, тебе не укачивает? Все хорошо? Хорошо. Такая маленькая лодочка, да? Медленно. Приплыли на остров обезьян. Как тебе этот кораблик? Классно. Классно? Да. Весь день каталась бы так, да? Ну так, это хорошо, да, проветривается со всех сторон. Да. Мы даже с коляски туда вместились. Да сейчас доедем, а или здесь, да, здесь такая дорога. Остров. Давай справа туда свернем, там песочек. А там солнца нет? Или это не возмущается?
прикольный такой. О, крокодилы. Где? В воде, смотри. Но они же настоящие? Настоящие. Проводите бега обезьянок на собачках. Их прицепили. У каждого своя собачка. Гуляем-гуляем с Машей и Алитой. А тут страусы вышли, да? Они смотри, тоже на них тоже ездит кто-то. Видно, как страусы, все блин. Мне кажется, на них даже люди, мне кажется, могут ехать. Ох, какой. Я вообще их вживую не видел. Как это пушистый? Я не помню. Я даже видел. Да? Ох, какой красавчик. Да. Классно. Такой тебе мини-зоопарк. Прям зоопарк тут у нас. Да, из зоопарка ехать не надо. Ну что, Элит, нравятся тебе овечки? Как от них пахнет. Скажи, я покаталась на таких, да? Ну ладно, идем на ручку дальше погуляем, да, чуть-чуть? Папа, у вас карат сейчас на вопрос? Я заберу попозже, мы же здесь пока. У них есть домик свой. Ой, здорово, так это видно? А вон там черные козлики. А мы сейчас идем смотреть шоу. А тут Элита увидела козликов разных. Она сейчас засунет голову и застрянет. Она думает, мы кормить их будем. Не тут-то было. Девочку маленькую увидела, да? Да. Али, может, попробовать, наверное? Надо, чтобы не укусила. Ладно, пока. Мы пошли на обезьяны смотреть.
посмотрели это шоу, да? Ну, не досмотрели. Почему? Что тебе не понравилось? Ну, мне не понравилось. Очень громко музыка. Вообще прям просто бьет по ушам. И микрофон этот ее, она говорит, там постоянно комментирует. Угу. Тоже очень громко. Вообще ничего не понятно. Она там пытается что-то и на русском говорить, причем. Эти бедные, вот смотри, обезьянка бежит. Эти бедные животные, собачки. Вообще просто видно, что измученные уже, да нельзя, просто обессиленные такие все. Жарко. Они по несколько раз в день дают вот эти представления, получается. Не знаю. У меня, кроме как сочувствие, представление ничего не вызвало. Мне кажется, обезьянок вот лучше вот так вот посмотреть, как они вот вживую вот так вот просто сидят себе. Они так милые, зачем им там что-то делать, бегать куда-то? Вот здесь бы байк пригодился. Да. А еще бы не помешало, чтобы птички закрыли. Тут такие вон статуи всякие, классно. Охраняет. Угу. Тут таблички, что нельзя делать. Гладить нельзя, кормить нельзя. В общем, можно только наблюдать. Да. Есть специальные места, где кормежка, там можно кормить. Помнишь в Ижевске обезьянки в зоопарке, в клетке маленькой, да? Ну, ты прям ходишь, они у тебя просто под ногами ползают, вон там прыгают мимо, на верхушках где-нибудь там. Вон играют детишки там маленькие, обезьянки. Классно. У них тут водоем такой, купаются. Да, вот здесь бы поселиться в этих частях, да? Обезьяны? Да, чтобы обезьянки были. Ой, Хайлитка, зря ты этого не видишь, а? Давай-ка вставай, нечего лежать. Пошли смотреть на обезьян. Обезьянки нас захватывают. Хайлитка, давай посмотрим. Хайлит. Ну ты прямо сейчас все проспишь. Самое интересное, мы зачем сюда приехали? А? Лежать в коляске, что ли, воду пить? Сейчас я покажу, давай. Вставай, идем. Давай, 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 давай. Идем, пошли. Сейчас попьешь, пойдешь. Классно. Кто у нас там роется в портфеле? Кто роется в портфеле? Как тебе сзади подберется нет, кто-нибудь? Не видно, что делать. Привет! Смотри, три маленькие. Они играют в маму. Обезьянка реанимирует другую обезьянку. Привет. Мы только мимо пройдем. Вон там, вот смотри, чаще такая, там много тени. Там это, побольше места, если кто-нибудь придет. Че, или выбирай себе семью. Куда тебя оставить на воспитание? Такие эти стоят, коробки типа динамит разрывают руками такие. Ага. Детонатор. Это, по-моему, вода, нет?
Возможно, да. Они пьют там, как поют. Чего можешь сюда вот заехать? Подвинем тебя назад, чтобы подстегнуть можно было. Нет, у меня не надо прыгать. Там ребенок лежит. Все хорошо, не надо ничего. Да, если это она будет плакать, смотри. Можешь ее забрать. Я разрешаю. Все обезьянки сейчас сбегутся. Так смотрят, смотри. Любопытные. А же у вас тоже детеныш, что ли, есть? Да? Угу. Вот так что не плачь, а то... Вообще обезьянки очень такие любопытные, да? Может, они, конечно, ищут там корм. Ну так это, в коляску хотят заглянуть. Чего там у нас? Кто у нас там есть? Я думаю, человечек. Нам интересно их детеныш посмотреть, им тоже, наверное, интересно. Потому что они понимают, что детеныш? Ну, видят же, наверное, что там меньше намного. Понимают, мне кажется? Человек же от обезьяны произошел. Как тут классно все-таки. Почти нетронутая природа, если бы еще поменьше туристов было. Вообще, представьте, живете здесь где-нибудь, у вас хижина на берегу моря. Выходишь так утром, шум прибоя. Может быть, обезьянки бегают. Чем не счастье? Можно жить без интернета, без телевидения, без каких-то супертехнологий, воссоединиться с природой. А вон мои девочки пытаются обезьянку приманить. Не получается. Да? Не получается ничего. Идемте сюда поближе. Вот здесь обезьянка есть.
нас там есть. Им лишь бы это. Смотри, какая морда. Ой! Она мне игрушку кинула. Да? Ага. Реально кинула игрушку? Да, вон она внизу. Ну-ка. Смотри. Мы берем игрушку и кидаем вон туда. Никто не к ней подбежит, никто не подбежал. Никто не увидел. Ой, у нас в коляске гости. Она коляску нам испачкала, если че. Да? Сильно? Вот такие следы. Да. Али. Красивая аллея такая. Да. Так классно тут. Видимо, надо ехать во Вьетнаме на острова, на любые, на какие-нибудь. Делать хижину, самому срубать. Ой. Оу. А вот здесь, по идее, домики можно арендовать. Но в кирпичном я не знаю, как там будет. А мне кажется, это для них домики для обезьянок. Нет, там было написано гестхаус. Ты думаешь, обезьянки живут там, в домиках? А почему бы и нет? Там просто кирпичное, ну, смотри, они там заходят, лазят там. Там просто внутри коробка и все. Прохладно. Двери бы не было тогда. Поэтому кирпичное, прохладно внутри. Мне кажется, если хижина была какая-нибудь бамбуковая, там тоже было бы не жарко. Нет? Не знаю. Я в бамбуковой хижине не жила. Я хочу поселиться где-нибудь на островах, в бамбуковой хижине. Ловить рыбу. Питаться фруктами, плавать. Называется приехали с коляской, чтобы носить ребенка на руках здесь. Может, было не вести коляску? Нет, почему? Просто жарко. Дороги здесь не очень для коляски вообще. В такую жару представляю. Бегать еще в камуфляже. Но. А вот здесь проходит соревнование марш-тыш по плаванию. Кто быстрее приплывет, тот получит больше всего бананов. А вроде еще здесь ставки можно делать. Смотри, какой пляж. Что, пойдем сократим? Вертолет, следы такого печального прошлого для Вьетнама. Пушки. А тут что-то греческое, да? Статуи мраморные. Что-то пихтовое, да?
хвойная. Но они типа не пахнет. Не пахнет? По ощущениям, что напоминает. Не знаю, что-то такое. Năm mới an khang thịnh vượng, ta mùng một năm mới tập kè, bao năm cũng bề qua năm đã hết. Chờ ai mới tới bao đỏ liên tay, ta là bóng mây không ngủ không đến. Вот так вот Руслан веселится, танцует, а Элите нравится солнышко. Мы прячемся поэтому в тенечек, но здесь виды просто потрясающие. Вы только посмотрите на это. Мы нагулялись на острове обезьян и потихоньку собираемся домой. Так не хочется уезжать отсюда. Можно было бы здесь снять хижину на недельку на берегу и каждый день просыпаться от шума прибоя. Эйрита с Машей прощаются с обезьянками, которые захватили весь остров. Их кормят, хоть здесь запрещено. Мы прощаемся с островом обезьян и направляемся дальше. Дальше нас ждут новые открытия, новые впечатления. Скажите нашим подписчикам что-нибудь. Здесь круто, приезжайте. Очень круто. Только приезжайте, когда будет немножко прохладнее, не так жарко. Очень мало мест. Да. Очень мало тени. Вообще нету таких мест тенистых. Может специально делать, чтобы все шли в кафе. В тени кафе находились. Но с другой стороны, здесь так классно. Это потрясающее место. Если вы приедете сюда любым способом, это будет незабываемо. Пока. Но мы сегодня пили кофе на острове, и вот это вкуснее у нас Милана называют рядом с нами. Он по вкусу, может, такой же, но тот какой-то разбавленный прям был. Угу. Ну, естественно, на остров-то надо привезти все это. О, короче, мы приехали с острова. Вот так выглядит наше сооружение, как мы ездили. Нам еще сюда не хватает твою налево. Держи. Нам еще не хватает сил, чтобы держать кофе. Ладно, немного, да, вылилось? Я держу твое кофе. О, немного. В общем, такое сооружение, нам не хватает палатку сюда. И надувную лодку, гамак. Ой, мы так устали, добрались до города. Даже не дожить до дома. Да, кофе вкусный вообще. И оно даже у меня ни чуть-чуть не пролилось вообще. Я думаю, чай скорее пролился. Вообще, ладно. Пить хочется ужасно. Жарко. О. Сейчас доедем до дома, переоденемся и пойдем плавать в море. Так хочется в море быстрее окунуться. Пока.